Смотрите, какая красота у нас во дворе. Так, вот здесь вот мамочка, коляска с двойняшками. А вот здесь вот, видите, на ступеньках, там дети накидали снега. О, видите? И катается на бубликах. Здорово. А здесь у нас спортивная площадка. Я каждое утро вижу, мужчины качаются там, занимаются спортом. Может, вечером тоже приходят. Я ж не постоянно сижу тут на телефоне, не записываю. Мелкий снежок идет. Вот свет и в свете фонаря я вижу, как снег падает. Миленький. Видите, как уже много заселенных квартир. Светятся огоньки. В принципе, уже много. И еще же 5 часов вечера, еще не все люди пришли с работы. Вот такой вот двор. А вообще, я много раз его вам показываю и говорила, что двор, вот этот наш, он находится на крыше парковки. Возможно, стоит когда-то сходить вниз, посмотреть. Вот здесь вот, где ступеньки, там въезд с улицы в парковку. У нас лифт уже ходит на минус первый этаж. Раньше не ходил, сейчас ходит. Так что, может быть, какой-то день я вас туда свожу. Я думаю, что не все представляют, какие парковки для автомобилей там у нас внизу под домом. Вот, там же и кладовки есть, да, кладовки разные, разные квадратуры, от 2 квадратов, ну, наверное, до 4, точно я не знаю, у меня нету, я не интересовалась. Там тоже небольшая горка, и тоже на ватрушках папа толкнул, покатил ребенка. Деткам нравится, и вот здесь вот сейчас пошли тоже на горку. Там летом зона отдыха, там, по-моему, стоят 5 штук шезлонгов. Можно лежать, загорать. Ну, загорать это так условно сказано, потому что там практически нет такого солнца, чтобы загорать. Ну, хотя бы так просто отдыхать. Сейчас детки поедут с горки. Поехали. Ух, как хорошо им. Ну вот, ладно. В какой-нибудь свободный день я вас свожу. Ой, что я увидела? Вот там, видите, альпинист висит. Сейчас я увеличу. О! Даже не могу предположить, что так делает альпинист. И почему так поздно? Может, утепляет окно? Ну, подумаешь, ну, думаю, что можно утеплить и со стороны квартиры. Интересно. Ну ладно, парковку потом покажу, может, днем сходим или как. Сейчас-то, конечно, я на вечер глядя не пойду туда. Минус первый этаж. Здесь что у нас? Закрыто. Это, наверное, кладовки. Здесь что? Так, с тамбуром. Венкамера, костюм, вот подземный паркинг, на столбах стрелочки, куда выезжать, достаточно светло, потолки высокие, ну, конечно, это техническое помещение. Так, экстренная
Связь тут, да. Вот так все. Я не думаю, что нам нужно далеко проходить. Итак, все понятно, да? Там на крыше у нас расположен двор. Двор вы уже видели. Лужи на полу, но это, скорее всего, потому что на колесах снег привезли, он тут растаял. Стрелочки туда, вот туда выезжает транспорт. Можем туда пройти. Ливневые вот эти сточные канавки. Если что, вода туда стекать будет. Места есть еще свободные, но в основном, наверное, их уже сдают, потому что хозяева-то уже встали. И появляется много объявлений, что сдают машины места. Вот выезд. Вот выезд. Ну, вы видели, там наверху горку дети сделали. Ну все, чего уж смотреть-то. Пойдемте назад. Надеюсь, не заблужусь. Нормально, в принципе, мне нравится. Вот. Трубы вентиляции. Строители еще не вывезли свой материал. Там он уборочный какой-то. Инвентарь стоит. Или техника мелкая. Ну ладно. Все, пойдемте. Шкафчик, наверное, огнетушители и этот шланг должен быть здесь. Ну да, должен быть, но нету. Пусто. На этажах тоже нету. А это вот если что случится, разбивать, вызывать. График уборки. Даже тут убирается. По крайней мере, должны убираться. Выходим. Минус первый. Чисто высокое помещение. Доска. Это кладовки? Да. Можно глянуть одним глазом. По кнопочке сечку выход. Беда кладовок в том, что, видите, выше коммуникации. Над всеми кладовками? Ну, почти. Или есть, которые без таких труб? А-а-а. Это канализация или вода? Это, может, ливневка, может, еще что-то. А люди ж любят все подряд выкидывать. Ну, писали в чате там одна все женщина, было. Что заливает. То есть, кто-то что-то вытянул, естественно, будет засор. Ну, а так-то красиво. Так-то да, там. Тут что-то тоже какое-то электрощитовое. Тут нет компа, да? Ага, электрощитовая. Ну все, значит там какой-то. Это, наверное, внутренний паркинг. В общем, понятно. Вот такие кладовки. Светлые стены. Но внутри люди делают ремонт сами. Трубы тут, конечно, проходят. Это рискованно и многих затапливает. Если что, сюда вода, значит, уходит. Ну, я не специалист в этой области, так предполагаю. Пожарная сигнализация. Вода что-то побежала, звук воды. А есть кладовки без труб? Не знаю. Не знаете?
А у них там есть крыша у кладовок? Конечно, ну вот, смотри. Вот же там, видите, профиль. Профиль, да. Вон, вот внутри, вон. А, понятно, ладно, видно. Спасибо. Так, выходим.